известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться выходу в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех наших телезрителей телевизионного канала NEFS TV. В эфире новая передача, 37-я, и она посвящена новой эре всемирного сознания. Сегодня мы торжественно представляем нашим телезрителям, надеюсь, что это будут миллионы и даже миллиарды телезрителей, ибо это новая эпоха для Земли. Мы представляем сегодня квантовый календарь. Календарь новой эры всемирного сознания. Сегодня в студии мне помогает, задает вопросы мой соученик Велини. Сегодня я буду изображать из себя больше своеобразного зрителя, нежели задавать вопросы именно от себя. Потому что я как бы на большинство вопросов, которые сам же сегодня я буду озвучивать, ответы знаю, так как с Всеславом общаюсь достаточно часто. Но так как необходимо и вам донести эту информацию, определенные объяснения и пояснения, я буду имитировать и выступать от вашего лица, от лица телезрителя. Календарь новой эры всемирного сознания. Мы рассмотрим эту тему как можно в больших подробностях, чтобы вы, уважаемые телезрители, могли жить по этому календарю. Календарь уже создан, изготовлен и выходит в свет параллельно вместе с данной телевизионной передачей. Итак, приступаем к рассмотрению квантового календаря, календаря новой эры всемирного сознания. Первый вопрос Велиния. Всеслав, добрый день. О том, что человечеству необходим квантовый календарь, я помню, вы говорили еще в 1996 году в вашей книге «Как стать магом или остаться в живых». А также и относительно недавно вы еще раз подняли этот вопрос в 22-й передаче телеканала NEFS TV, и она называлась «Как стать бессмертным? Живи 1:4». И вот я уже достаточно давно хотел задать вопрос, и сейчас думаю, для этого как раз самый подходящий момент. Как вы пришли к необходимости и к самой идее создания квантового календаря новой эры всемирного сознания? Мой приход к идее создания квантового календаря растянулся на десятки лет. Эта идея появилась у меня больше 20 лет назад. Я стал присматриваться к погоде и замечать, что погода год от года странным образом как-то через определенные промежутки времени, через определенные года, ну, что-то вроде как повторяется. Но я задавал себе вопрос, почему повторяется? Что влияет на эти повторы? И вдруг я предположил, а если существует верхний параллельный мир, вдруг как? И там время течет иначе. И, скажем, у нас сегодня июль, а в верхнем параллельном мире январь, то июль будет холодным. Или у нас, допустим, декабрь, а в верхнем параллельном мире август или июнь. И тогда декабрь будет теплым. И в конечном итоге, если брать еще следующий параллельный мир, еще выше, 1:16 который, то оттуда тоже могут идти влияния. Влияния и, естественно, более длительные, на более длительный срок рассчитанные. То есть таким образом я догадался о том, что параллельные миры существуют. И также и на человеческую судьбу они действуют. То есть
мы хотим этого или нет, но в каждом параллельном мире мы находимся с вами. И вот еще маленький секрет, тайну открою. Когда мы перейдем в верхний параллельный мир, то вот этот параллельный мир, он захлопнется, он перестанет существовать. Мы его соберем, сложим как этажерочку, заберем с собой. Его не будет. То есть нас в нижнем параллельном мире уже не будет, а только в следующем. Кроме того, я заметил, что не только погода повторяется, но и определенные энергетические потенциалы. Я не говорю прям события один в один, а именно энергетические потенциалы, ну, скажем, там, настроение, или же какие-то воздействия, или же какие-то там положительные или отрицательные явления. Вот они повторяются даже в структуре жизни каждого человека. И повторяются через определенный цикл. Я на это стал обращать внимание. 1:4. Цикл 1:4. То есть у каждого человека, вот если рассмотреть его жизнь от самого рождения, то в цикле 1:4 определенные состояния энергетические, в основном основные, конечно, повторяются. То есть сила здоровья, сила воли, там, желания какие-то, напор, активность или пассивность. Вот эти повторы обязательно есть. И даже вот негативные или отрицательные настроения. Также и в погоде. Но началось все с погоды. Я стал наблюдать именно погоду. Вот странно, какая-то, как знаете, вот я бы сказал, моя личная кармическая подсказка во мне была от рождения заложена. Потому что я стал обращать внимание именно на погоду. А на погоду я стал обращать внимание еще задолго до задумки о календаре. Это еще было вообще 30 с лишним лет назад. И на меня даже писали в прокуратуру жалобы, что я останавливал там разлив в городах. Его обещали синоптики, а его не было. И многое-многое другое, что я мах, колдун там и так далее. То есть всякие вот такие были телеги на меня пущены еще в советские времена. Но я наблюдал за погодой и чувствовал, что она каким-то образом завязана вот с четверочкой, 1:4. Потом уже, лет 25 назад, около того, появилась идея создания календаря. Вначале я просто игрался и своим соученикам на занятиях говорил, ну вы возьмите вот свою жизнь, рассчитайте 1:4, вы увидите, распишите прям по дням, или по неделям хотя бы, или по месяцам, что у вас было. И посмотрите, оно будет повторяться, только не сами действия, а вот эти вот состояния энергетические, они будут повторяться. Люди стали это вычислять и удивляться, и пожимать плечами, что я абсолютно оказался прав. Также и с погодой. А с погодой как я уже стал вычислять? Я вдруг понял, что... А я уже преподавал такую тему, как параллельные миры и энергетические переходы в параллельные миры. Далее появится тема у меня, и я ее и сейчас преподаю. Так вот, и я заметил что, и понял, что существует нижний, некий нижний параллельный мир, вот относительно нашего, в котором мы сейчас с вами живем. Нижний параллельный мир, где в 4 раза быстрее вращается время. То есть у нас проходит 1 год, а в нижнем параллельном мире проходит 4 года. То есть получается за 3 месяца год проходит, за наших 3 месяца в нижнем параллельном мире проходит целый год. А в верхнем параллельном мире, 1:4 опять, да, там проходит 1 год, а у нас, вот в нашем параллельном мире, где мы сейчас живем, проходит 4 года. И я стал все больше задумываться над тем, как бы так вот взять, да и перейти в этот верхний параллельный мир и оказаться человеком, живущим не в пределах 100 лет, как отпущено всем на Земле в среднем, а в пределах 400 лет, то есть 4 раза больше. Я стал об этом думать активно, стали появляться идеи, расчеты. Я вдруг понял, что необходимо свое время еще, кроме этих расчетов. Я понял летоисчисление, откуда пойдет. Я понял, что это будет 2000 год, закончится вот наша эра, так называемая, и должна начаться новая эра всемирного сознания. И я помню даже все выдающиеся ученые, в том числе, вот я помню, Капица вел передачу «Очевидное, невероятное» долгое время,
Он говорил, что он надеется, что 21 век будет веком сознания человека. И все вот великие ученые утверждали именно об этом. Даже компьютеры вот оказались более прозорливыми, нежели само человечество. Они отказались показывать 2001 год, а решили показывать дружно на всей планете первый год. Да-да, именно первый год. Дальше надо прибавить новые эры всемирного сознания, от которого почему-то все отказались, не поняли, почесали затылок, вложили огромное количество денег, переделали все программы, все компьютеры переоснастили, и они стали показывать 2001 год. Но это же неправильно. Это нарушение. Это нарушение исторического развития планеты и даже мироздания в целом. То есть новая эра всемирного сознания, она была заложена в программе развития нашей планеты и в программе развития нашей цивилизации. И вот смотрите, с 2000 года уже идет новая эра всемирного сознания. Сегодня 2014 год заканчивается уже. Значит, получается, не через долго, в 2016 году уже начнется пятый год новой эры всемирного сознания. Пятый, сейчас идет четвертый. Но вернемся к тому, как я изобретал календарь. Значит, получается, я думал и рассуждал, и вдруг задал себе вопрос, а когда же этот переход должен состояться? И вдруг я понял, думаю, ну почему вот один к четырем же, да, в четыре года раз высокосный год, так называемый, и 29 февраля день просто прибавляется. Думаю, а зачем этот вот день, непонятно. Ну как бы ученые говорят, что как раз набегает день за четыре года. На самом деле я стал внимательно к этому присматриваться явлению, и вдруг меня озарило, осенило. Я понял, что именно 29 февраля – это и есть возможность перехода в верхний параллельный мир. Верхний параллельный мир. И там будет начинаться уже первый месяц и первый день верхнего параллельного мира в это время. И за 4 оборота наших, за 4 наших года, там тоже один год только в верхнем параллельном мире пройдет. Я это понял и стал вычислять. Думаю, а как же вот энергетически попробовать? Я стал пробовать энергетически, насколько это получается. И это у меня стало получаться. То есть я имею в виду и магические операции в этом направлении, и оттуда, с того мира, говорится, проще гораздо наблюдать за этим миром и управлять и собственным телом, и многим-многим другим. Я сейчас не хочу тонкости все открывать и свои личные наработки и тайны, я вам просто говорю, что существует верхний параллельный мир, пока так. И календарь для него уже создан. Когда состоялся переход в новую эру всемирного сознания, человечество об этом, конечно же, не узнало. Лично я перешел. Я перешел и стал стремительно наблюдать за цивилизацией как бы со стороны. Ну, естественно, и живя в этой цивилизации, потому что сам переход, это не значит, что нужно улететь на другую планету. Это значит, что вы здесь же находитесь, но все меняется. И вот проживший первый год, уже заканчивался первый год новой эры всемирного сознания, это где-то 2003, нет, даже половина, 2003 год, да, 2002 шел вот так вот. Я стал вдруг понимать, думаю, почему я начинал с наблюдения за погодой? Думаю, для чего я наблюдал за погодой? Что ж такое, почему у меня такая подсказка была от рождения дадена? И я стал понимать, думаю, хорошо, если мы сейчас всем человечеством перейдем на житие 1 к 4, а Земля будет также летать вокруг Солнца, также вращаться вокруг своей оси, и получится тогда 4 дня наших вот в нашем параллельном мире, это будет один день в верхнем параллельном мире. Правильно, да? Но получается, что это 4 дня и 4 ночи. Но это-то ладно, еще как бы можно пережить для начала. А как же быть зимой, летом, весной и осенью? Ну, человек все равно будет чувствовать, вот год земной проходит, а мы якобы воображаем, что мы в верхнем параллельном мире живем. А ведь нужно заблудить сознание, нужно забыться, да, нужно действительно перейти. И тогда я понял, надо использовать мой энергетический потенциал, мой переход в верхний параллельный мир, я уже там нахожусь, да. Я взял оттуда
с верхнего параллельного мира и поставил в нашем параллельном мире сегодняшнем, в котором вы все находитесь сейчас, поставил своеобразные, скажу так, пирамиды, энергетические пирамиды для растопки климата на Земле. То есть организовал потепление, так называемое. Для чего это мне было нужно? Для того, чтобы на Земле уравновесился климат, чтобы везде был одинаковый климат, чтобы не было зимы, лета, весны или осени, чтобы все было ровненько, и чтобы люди не могли понять, какой же год идет, потому что времена года исчезнут. Вот это-то и нужно для перехода, энергетического перехода в верхний параллельный мир. Со мной стали бороться. Всевозможные структуры, всевозможные общества, ну не напрямую, естественно, а косвенно, навязывая зиму, навязывая какие-то морозы, там, снега, еще чего-то. Но это бесполезно. Это бесполезно. Новая эра всемирного сознания идет. И ровный климат на Земле все равно наступит. Для вашего же блага наступает он. Для него же, для вашего блага я и организовал это потепление, чтобы уравновесить климат на Земле, и чтобы никто не замечал этих времен года, и тогда вы легко будете жить 1-4. Но этого мало. Все равно вернемся вот к чему. Что получается, 4 наших дня сегодня здесь, и 4 ночи проходит, и только там, вот в верхнем параллельном мире, в котором я сейчас нахожусь, проходит 1 день. Тоже очень как-то, знаете, вот трудновато, да? Так вот я вам скажу. Когда все человечество перейдет в верхний параллельный мир, ну, основная масса, да, критическая, как я говорю, масса, то мы сможем с вами там, находясь, вот этот цикл 4 дня и 4 ночи, которые проходят в одном дне и в одной ночи верхнего параллельного мира, сгладить. То есть мы начнем затормаживать вращение Земли, и это реально. Ибо все в этом мире есть сознание. Мы не остановим, а притормозим вращение Земли, и она станет вращаться 4 раза медленнее и 4 раза медленнее вокруг Солнца. Все это состоится. Все это состоится. Это будет уже окончательный переход. Я не могу прям сказать, что это вот произойдет в одно мгновение, да? Но все зависит от людей, от критической массы, от веры, от вашей коллективной общей веры. Естественно, это может произойти и за 300 лет, за 2-3 поколения, которые сменятся и поверят в это, и мы остановим там уже, находясь в верхнем параллельном мире вместе с вами, остановим движение Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца, и будет все 1-4. И забудем напрочь о вот нашем сегодняшнем параллельном мире. И будем жить в районе 400 лет все. И возможности совершенно, конечно, другие будут у нас. Другое дело, что нам необходимо будет к этому подготовиться. А как? Вот мы сегодня представляем квантовый календарь. С велением представляем квантовый календарь, который, как я уже сказал, был создан мною давно-давно. И вот наименование только и некоторые детали, структура его, я доработал вот буквально в декабре. Велиний его, этот календарь, обработал. Имеется в виду, рассчитал вот эти вот все дни нашего сегодняшнего параллельного мира, подложил их под дни уже верхнего параллельного мира. То есть он просто раскладочку сделал, на что ушло у него уйма времени. Молодец, Велиний, огромное ему спасибо за это. И кроме того, этот человек участвовал в процессе, да? Он был своеобразным энергетическим ассистентом. Мы вот по скайпу с ним связывались, и я сидел и сочинял календарь, сочинял его название, сочинял его структуру, а он сидел и слушал. Вот это энергетическое восприятие очень важно, кто смотря слушает, понимаете? И практически он вот энергетически помогал мне, и я досоздал его структуру, этого календаря. Поэтому еще раз низкий поклон Велинию, огромное ему спасибо, потому что от ассистента зависит очень много. Вы неоднократно говорили о том, что переход в верхний параллельный мир, в новую эру всемирного сознания, состоялся после 29 февраля 2000 года. Но что из себя представляет этот переход? Можно ли сейчас приоткрыть еще какие-то занавесочки тайны, для того, чтобы наши телезрители
которые сейчас смотрят эту телевизионную передачу, смогли лучше понять, куда их поведет квантовый календарь. Кроме календаря, чтобы заблудить сознание людей, перешедших в верхний параллельный мир, необходимы еще часы, время. Время другое должно быть. Потому что ведь как мы затормозим Землю, если времени у нас не будет нашего, а будет вот это вот сутки повторяться 24 часа в сутки, и все. И вот эти тогда 4 дня и 4 ночи за один день верхнего параллельного мира так и будут мелькать у нас бесконечно. А нам это не нужно. Нам необходимо их сгладить, надо затормозить вращение Земли и... Как же это сделать? Так вот, я рассчитал, это давно уже рассчитано, больше 20 лет назад еще, время, особое время новой эры всемирного сознания. В этом времени будет иное количество часов, все часы будут совершенно иметь разные длинноты, то есть один час длиннее, другой короче. По какому принципу? Я все это объясню. Кстати, если есть желающие помочь создать эти часы для сотовых телефонов программу, да, для компьютеров программу, чтобы в интернете люди могли скачивать. Если есть такая фирма или есть такие люди, которые хотят помочь создать эту программу, пожалуйста, мы с вами составим контракт авторский, я вам дам авторские права, разрешу создать и распространять. Ради бога. Но надо это сделать. Я не программист, я сам не сделаю. Вот если есть такие желающие, мы будем только рады. Создадим новое время для новой эры всемирного сознания. То есть то время будет так устроено, вернее, оно уже есть, но просто еще нет программы самой, устроено таким интересным образом, что человек не будет знать, какой сейчас, который сейчас час. Ему нужно всегда тогда сориентироваться, посмотреть на часы, чтобы узнать, который час. Иначе невозможно будет сориентироваться. Это специально будет сделано для того, чтобы заблудить сознание человека и оторваться от прежнего летоисчисления и от прежнего часа исчисления, время исчисления, да, чтобы перейти в новый верхний параллельный мир и жить 1-4. То есть это все очень необходимые вещи. Всеслав, думаю, все-таки уточнить у вас, почему именно вот такие названия в квантовом календаре, как Держи, Верши, Дари, Сид, Пяти, Тай, Ла, ну и другие. Можно ли хотя бы кратко объяснить, что они обозначают? И, кстати, я так понимаю, что если внимательно вслушаться в произношение вот этих вот слов, здесь слышится санскрит. Когда я создавал календарь, и создавал его структуру, приходилось сталкиваться со множеством трудностей. Иногда я переназывал что-то. Вот, допустим, месяц в нашем календаре, в новом календаре, он вначале назывался немножечко, ну, не очень уютно. И когда мы начинали его сопоставлять с самими названиями месяцев в календаре, ну, так называемых месяцев, да, то нам как-то было неприятно, неприятно. И ассоциация у этого слова, не хочу его сейчас называть, была не очень хорошая была. Тогда я изобрел другое слово и сказал, что месяца будут у нас называться Дари, ударение на А, Дари. Так, а сами месяца, поскольку у нас совершенно ровный климат на Земле должен быть, да, и мы к нему идем, и он сейчас явно торжествует на всей планете, то месяца будут олицетворять краткие имена богов Солнца, которые существовали на Земле в разные эпохи и почитались в разных народах. То есть у разных народов и в разные эпохи. И мы сокращенные имена, начальные буквочки от этих богов, вставили в календарь и назвали все 12 месяцев. То есть месяцы тоже... их будет 12 по количеству. Значит, месяц у нас называется в верхнем параллельном мире Дари. Дари. Какие же месяца? Я сейчас вам их зачитаю. Да? Дари, Яри. Ну, я думаю, что уже догадались многие. Яри – это Ярила. Да, с русского бога Солнца начинается календарь. Дальше. Дари, Рану. Тут даже и догадываться нечего. Следующий. Дари, Гел.
не буду расшифровывать пока. Для тех, кто захочет об этом подробнее узнать, я могу потом где-то как-то об этом заговорить. Дари Амо, Дари Ату, Дари Даш, Дари Яни, Дари Уту, Дари Уту на У, Дари Гор, Дари Тон, Дари Мита, Дари Сур. Быстро перечисляю. Яри, Ра, Гел, Ама, Ату, Даш, Яни, Уту, Гор, Тон, Мита, Сур. Это вот 12 дари, месяцев так называемых. В календаре существуют другие дни. Вы уже знаете, что в один день верхнего календаря входит 4 дня и ночи нижнего, нашего, вот сегодняшнего, да, параллельного мира. День верхнего параллельного мира я назвал коротко Сит. Повторяю, Сит. Сит. Но, их же там, получается, у нас 4, да, цикла в каждом Сите. То есть 4 дня и 4 ночи сегодняшнего нашего параллельного мира. И тогда я назвал их тоже по-разному. Я их так вот очень легко и назвал. Первое, это, что нужно вам понять, есть светлое время, да, и есть темное время. Ну, так называемый день и ночь, вот если сегодняшним языком говорить, да. Так вот, светлое время я назвал Тай в верхнем параллельном мире. Тай, ну, то, что Тай, это слово от глагола Тай, да, Тай. А ночь, я назвал от, значит, есть такое очень красивое наименование ночи – Лайла в иврите. И я назвал первой буквой – Ла. Ла. То есть ночь. Так называемая ночь. То есть Тай и Ла. Тай-Ла. Но их же будет Тай-Ла, да? 4 цикла. То есть 4 наших дня и ночи проходят в одном дне и ночи верхнего параллельного мира. Их же нужно тоже как-то проживать и различать потом. И я их тоже назвал по-своему. У меня получилась вот такая последовательность. А-тай – Ала. Б-тай – Бела. В-тай – Вела. Г-тай – Гела. А-тай, Б-тай, В-тай, Г-тай. Ала, Бела, Вела, Гела. Вот они, дни и ночи одного сита, то есть дня верхнего параллельного мира. Но эти ситы нужно уложить еще в так называемые недели, что ли. Да? Я посмотрел на предыдущий календарь наш, где 7 дней недели, но они никак ни с чем не вяжутся. У нас 5 пальцев, везде есть пятерочка, да? Она нормально воспринимается, то есть по нашему телу судя. И я тогда назвал неделю пяти. Пяти. Пять. Пяти. И ввел в неделю 5 сит. И каждый сит недели назвал по-своему. Я сейчас зачитаю вам. Вот они, получается, у нас. Веи, сит. Первый день недели, пяти, да? Сеи, сит. Второй день недели, пять. Леи, сит. Рейсит, жейсит, ударение на е везде. Повторяю быстро. Вей, сей, лей, рей, жей. Очень просто, кстати, вы, наверное, уже услышали по слуху. Вей, да? Что такое вей? То есть бросаем, да? Бросаем семена, которые засеиваются, сеи дальше, да? День. Потом что? Поливать нужно, то есть ухаживать за тем, что посеял. Дальше рей, то есть рей, реет, растет, да? Урожай. И жеи собираем, жнем. То есть получается, каждая вот эта пятидневка, пяти, в которую входит пять сит, каждая из них олицетворяет некое такое пространство от рождения и до сборки урожая. Вот такое пространство. И это все названо пяти. Пяти. Сами пяти, сколько их получается? 6 мы сделали. И, значит, я понял, что надо одинаковое количество недель и одинаковое количество дней в каждом месяце сделать, чтобы не было головной боли 31 день или 30, или сколько там, понимаете? Мы сделали таким образом.
вот Белине сидел, да, он ассистировал, и я думал и понял. Раз 5, значит, сделаем 30. Да, Белине согласился, конечно, 30. То есть получается 6 пяти в каждом месяце. Вот эти все месяца. Яри, Ра, Гел, Аму. Аму, Ату, Даш, Яни, Уту, Гор, Тон, Мита, Сур. Все они имеют, каждый из них, по 6 пяти. В каждом пяти по 5 сит. В каждом сит по 4 тайла. Какие? Помните, да? Это Атай, Бетай, Ветай, Гетай. Ала, Бела, Вела, Гела. И теперь я называю пяти. Пяти, ау пяти, мал пяти, под пяти, мол пяти, зор пяти, стар пяти. Что это такое? Да тоже, я думаю, что по слуху каждый из вас практически уже услышал, догадался. Ау, младенец, рожденный, да? То есть первая неделя рождения, рождение чего-то. Мал, то есть подрастающий, да, маленький, маленький, мал пяти. Дальше под пяти, ну, подросток, да, под молодым, да. Дальше мол пяти, то есть молодость, юность. Дальше зор пяти, это зрелость, это ум, это основательность. И дальше стар пяти, то есть мудрость. Вот шесть пяти в каждом яре. Извините, в каждом даре. Яре – это первый месяц, а даре у нас обозначает само понятие месяц. Но мы же понимаем, что в нижнем параллельном мире у нас в феврале, так называемом, да, во втором месяце, 20, в один раз в 4 года, 29 февраля есть. То есть переход в верхний параллельный мир. Аналогия должна сохраниться, чтобы не нарушить структуру космическую и вселенскую всего мироздания. Поэтому во втором месяце в Даре Ра, верхнего параллельного мира, я ввел седьмую пяти. Сит пяти. И там тоже у нас есть пять сит, которые именно вот и набегают за четыре держи. А вот год верхнего параллельного мира я назвал держи. Держит. Он все держит. Держи. Ударение на Е. Держи. Держи. Вот верхний держи, год верхнего параллельного мира у нас во втором даре, даре Ра, содержит не 6 пяти, а 7 пяти. Потому что за 4 года набегает по одному ситу недостающему. И 5 сит мы добавляем в верхнем параллельном мире за 4 года, чтобы уравновесить время, да? Уравновесить время астрологическое и астрономическое, точнее. Кроме того, у нас там все равно остается один сит. Один сит. И мы этот сит вообще оставили. Велини согласился, я предложил, он согласился. Я говорю, это будет здорово и замечательно. Один сит оставили совершенно свободным. И вот после седьмого пяти в даре Ра раз в 4 года добавляется великий сит, который называется Веду-сит. Великий Веду-сит. Что он из себя представляет? Состоит он, конечно, из 4 дней нашего вот сегодняшнего параллельного мира. То есть 4 дня и 4 ночи. Ну, 4 тайла, да? Помните? То есть, получается, этот вот день в верхнем параллельном мире будет проходить как великий праздник всемирный. День без времени. Все на планете будут жить без времени, чтобы отвыкать от времени, чтобы идти в новое сознание, в новые возможности человеческие. И после него уже будет наступать у нас первый сит 3-го месяца в верхнем параллельном мире, 3-го месяца, который называется Гел. Дари Гел. Дари месяц, Гел 3-й месяц верхнего параллельного мира. Вот. А после этого Веду Сит, великого праздника, в верхнем параллельном мире будет начинаться первый сит
первого месяца, то есть начинается Новый год. Новый год. Сами понимаете, что 1 к 4 мы вот переходим в верхний параллельный мир, и там, после Веду, Сид, тоже можно перейти еще на 1 к 4 в следующий параллельный мир. Раз в 4 года также можно перейти. И там уже будет разница, если с нашим миром сравнить, 1 к 16. И можно будет жить 1600 лет. А относительно верхнего параллельного мира, в котором мы будем жить 400 лет, около того, мы уже будем жить в 4 раза больше. То есть летоисчисление будет тоже. Также будем говорить 100 лет, 80 лет человеку, но на самом деле 4-8, ему будет уже 320, понимаете, да? То есть, но об этом люди забудут и будут жить просто дольше. Вот такая вот игра времени. Такая вот игра летоисчисления. Квантовый календарь новой эры всемирного сознания. Почему именно такое название? И в чем проявляется необходимость появления вот этого календаря именно сейчас? Почему назвал я этот календарь квантовый календарь? Ну, сами понимаете, у всех на слуху квантовая физика. Ну, чтобы понять сразу людям, о чем идет речь, я и назвал квантовый календарь. Ну, я сделал приписочку. Календарь новой эры всемирного сознания. То есть два названия. Квантовый календарь и календарь новой эры всемирного сознания. Только по этой причине я и назвал квантовый календарь. То есть это тот самый переход, который может состояться быстро, а может состояться дольше. Все зависит от критической массы, от вас, от всех. Почему? Почему я вот именно вот сейчас, вот к этому именно Новому году, к 2015-го нашего параллельного мира, подготовил этот календарь окончательно, решил его издать? Потому что эта идея уже витала давно в воздухе, и вдруг я понял, что уже трудно обходиться без календаря. Пора уже его материализовать, потому что каждый раз вычислять, какой сейчас день верхнего параллельного мира, очень трудно. Сами понимаете, чтобы оторваться от сознания привычного, вот нашего параллельного мира, и жить уже в верхнем параллельном мире, надо как-то по-другому уже даже называть нижние вот эти все исчисления. Поэтому я создал еще дополнительные названия. Допустим, год нашего параллельного мира, в котором мы вот сейчас живем, относительно верхнего, мы теперь будем там, находясь в верхнем параллельном мире, называть Чети. Ну, четверть от верхнего параллельного мира. Чети. То есть наш год называется Чети. Месяц нашего параллельного мира называется Теси, тесный, Теси. Чети год нашего параллельного мира называется месяц Теси. Неделя Семинь, ну семь дней недели нашей, да, Семинь, маленькая, короткая, Семинь. День нашего параллельного мира я назвал Маси, маленький, малюсенький. Ночь Масич. И так получается Чети, Теси, Семинь, Маси, Масич. Но еще будут названия обязательно, чтобы и время, и часы, и все по-другому называть относительно пребывания вот в верхнем параллельном мире, относительно нашего нижнего параллельного мира. То есть мы должны все переиначить, чтобы заблудить сознание, чтобы вырваться из оков прежнего летоисчисления. Вот для этого мы и создавали этот календарь. И эта необходимость назрела, назрела, и мы сегодня уже выпускаем его. Календарь настолько сформирует сознание человека, что люди начнут быть, становиться свободными от предыдущего параллельного мира. И сознание их начнет привыкать к укладке 1 к 4. Они на это даже не будут обращать внимания и начнут автоматически жить дольше. Тем более, что потепление наступает, и оно обязательно должно взять верх, если мы хотим жить 1 к 4, и больше давайте мне не мешать, если хотите жить дольше. Времена года на Земле устроил вот этот наш сегодняшний календарь. Он устроил эти времена года и так далее. Их вообще-то не должно быть. Это придумано кем-то, кто придумывал календарь, он знал, что делал, понимаете?
То есть вот эти времена года были созданы искусственно. На самом деле их нету совершенно. На Земле должен быть ровный климат на всей планете. И мы это сделаем. Надо только обязательно критической массой для начала хотя бы так перейти в верхний параллельный мир. В краткой расшифровке наименования квантового календаря сказано, что Сид, он состоит из 8 чередующихся циклов. 4 циклов Тай и 4 Ла. Где Тай — это светлое время, а Ла, соответственно, темное. Но сутки в нижнем параллельном мире, получается, начинаются ночью и ночью и заканчиваются. И таким образом они состоят как бы из 2 ночей и 1 дня. Ну, я лично считаю, что это достаточно странно. Но и, соответственно, возникает естественный вопрос. Как в взаимосвязи с квантовым календарем правильно считать, какой Тай конкретного Сид и Ла? На сегодняшний день, пока еще не выпущены часы новой эры всемирного сознания, вам пока придется ложиться спать, и просыпаться, и день, и ночь учитывать уже как бы вот по нашему летоисчислению. Пока так. Потому что для того, чтобы перейти на высший параллельный мир, на другое исчисление, нужны часы, нужно время, другое время, понимаете? А его у нас пока еще массово нет, не существует, и поэтому будет сложновато ориентироваться. И я предлагаю пока ориентироваться на сегодняшнее время. Вот как оно есть, да? День и ночь. Ну, Тайла будет считаться, да? 4 Тайла. Пока будет так. Но я думаю, что в ближайшее время все-таки часы, время новой эры всемирного сознания появится. И тогда вам будет проще уже жить, ложиться спать, там, просыпаться, ходить на работу и так далее. И уже полностью привыкать к другому летоисчислению. А сейчас пока так. Ну, переходный момент будем считать так. Если посмотреть на вторую страничку квантового календаря, ну или на любой дари, то видно, что каждый дари имеет свой символ. И поэтому я бы хотел у вас спросить, можете ли вы объяснить смысл или же идею вот этих вот символов? Как вы понимаете и видите на изображении сейчас в кадре, у вас вот 12 месяцев, точнее 12 символов этих месяцев. И каждый символ очень уникален. Он олицетворяет свой собственный месяц. И вы заметили, что над каждым месяцем есть серпик такой небольшой. Вот, допустим, у нас Яри Дари, да? Ра Дари и Гелды Дари. У нас получается серпик сверху. Видите? Серпик сверху. Амо Дари, Ату Дари, Даш Дари. Серпик справа. Яни Дари, Уту Дари, Гор Дари. Серпик снизу. Тон Дари, Мита Дари, Сур Дари. Серпик слева. Что же олицетворяют собой эти серпики в этих символах? Все очень просто. Эти серпики олицетворяют верши. То есть в календаре есть еще одно значение. В календаре, в квантовом календаре, в календаре новой эры всемирного сознания есть еще одна величина. Это верши. Год называется держи, а следующее идет исчисление верши. Что такое верши? Верши – это вот, ну, наподобие нашего квартала, да, вот в нашем параллельном мире. То есть 3 месяца. Но значение и название сейчас я поясню, что они себе представляют. Итак, первые верши, да, называется сол. Сол верши. Дальше, второй верши называется дем. Дем верши. Третий верши называется кам. Кам верши. Четвертый верши называется ис. Ис верши. Перечисляются. Это вот 4 верши. Ну, 4 квартала, как у нас считается, да? Но что они из себя представляют? Это сокращенные понятия сол. Это будущее имя планеты, сола. То есть планета, это верши планеты, да?
Дальше. Следующий. Дем. Это сокращенный демиург. Создатель всех миров, всего мира, всего мироздания, всех значит, богов там, и так далее. Дальше. Камверши. Кам — это камни, это сбор камней, это приходит, сбор камней. Камверши. Да? И Исверши. Истина. Собирается в истину. Все собирается в божественность. Исверши. То есть вот эти вот верши у нас, они олицетворяют построение так называемого Царствия Небесного, построение, полное построение новой эры всемирного сознания. То есть постоянно будет уже вот это вот в сознании всех людей на планете отражаться и строиться, каждый год повторяться. А теперь возвращаемся к символам. Как вы видите, своеобразная птица парит в круге символа, каждого символа, и парит под разными углами и с разными выворотами крыльев. То есть, получается, птица летит как бы по кругу, немножечко замысловато, но все равно по кругу. Вот такая была идея создания этих символов. Но она не просто птица, она солнечная птица, и ее крылья состоят из солнца, из солнечного света, так точнее сказать. То есть, получается, вот наши символы, символы всех Дари, 12 символов, они олицетворяют собой Солнце, то есть единый климат на всей Земле. Каждый Дари – это же Бог Солнца. Поэтому и птица, солнечная птица, летающая замысловато по кругу, и олицетворяет каждый Дари. Вот такое объяснение этих символов. Как пользоваться квантовым календарем и жить по нему? Ну, к примеру, как отмечать дни рождения, какие-то значимые даты и события в жизни человека, как праздновать Новый год, то есть Новый Чети в нижнем параллельном мире, как относиться к климату. Понятное дело, что праздновать Новый год в верхнем параллельном мире мы будем когда? Каждый год. Но относительно нашего параллельного мира, вот нижнего, Чети, относительно него, мы там, в верхнем параллельном мире, каждый год будем отмечать Новый год. Но относительно нашего, все-таки возвращаясь, параллельного мира, в котором мы сейчас находимся, это будет раз в 4 года мы отмечать будем Новый год. Там наверху раз в 4 года получается, относительно нашего параллельного мира. То есть вот здесь сейчас, живя, вы уже потихонечку можете начинать привыкать. Я, кстати, так и начинал, и мои соученики так начинали. Отмечать день рождения раз в 4 года, к примеру. Да? Это будет очень полезно. Сознание приучать к житию 1 к 4. И, естественно, все даты, которые у вас есть, тоже стараться отмечать 1 к 4. То есть надо перестроить себя на эту четверочку, чтобы вся жизнь начинала восприниматься 4 раза медленнее, да? 4 раза дольше жить будете. Привыкайте к этому. И еще очень большая просьба ко всем. Помогайте строить единый солнечный климат на Земле. Забудьте об этих пугалках, что вас пугают, потепление на Земле и так далее. Никакого потепления нет. Есть уравновешивание климата. Подключайтесь. Вот пишут синоптики там, прогнозируют, ой, минус 5, минус 10. А вы думаете, плюс 5, плюс 10. Ломайте эту структуру. Есть немало злыдней на Земле, которые не хотят, чтобы вы жили дольше. Надо поломать их навязывание. Человечество имеет право жить дольше. Поэтому помогайте строить единый климат на Земле. Говорите своим знакомым, чтобы не воспринимали морозы, не воспринимали эти снега. Ну, кому захочется зиму, ну, вы же понимаете, это же все очень просто при современной технике. Построить огромные ангары, хоть километровые, высокие, и там могут искусственную зиму устраивать, и будете ходить туда, как на аттракционы, и ездить на коньках, и кататься на санях, и что угодно делать. Но дайте же на Земле жить людям 1 к 4, пусть здесь будет ровный солнечный климат.
Вот большая просьба ко всем телезрителям. Распространяйте эту идею. Пусть не воспринимают плохое, не воспринимают морозы, не воспринимают снега. Надо уравновесить климат на Земле. Помогите это сделать. Я думаю, уточните еще один практический момент. Насколько держи лучше иметь у себя квантовый календарь? Учитывая то, что самый значимый праздник в нашем верхнем параллельном мире является Ведусит, который происходит один раз в 4 держи. Насколько держи нужно иметь квантовый календарь? Я думаю, что на 4 держи как минимум нужно иметь квантовый календарь. То есть на 4 держи должен издаваться каждый раз календарь верхнего параллельного мира, чтобы все видели, 4 года раз существует великий Сит, Веду Сит. Вот это очень важно. Поэтому и вам рекомендую как минимум 4 держи скачать из интернета и у себя иметь, чтобы можно было иметь представление об ожидаемом величайшем празднике Веду Сит. Еще на заре моего начала преподавательской деятельности в области сознания человека, это еще с 90-го года я начал преподавать, я интуитивно стал догадываться вот о чем. Мне задавали часто вопросы. Вам не жалко раздавать знания направо и налево? Вы вон еще даже книги не написали, а уже все знания всем раздаете, и они сейчас будут открывать центры, они сейчас будут писать книги, присваивать ваши труды. А я сказал, еще тогда всем отвечал подобным спрашивающим у меня на этот счет. А мне не жалко. Воруют. Хорошо, что воруют. Вот смотрите. Матрица. Кто в нее вышел? Я в 20 с половиной лет. Я ее внедрял понятие на всей планете, так сказать. А фильм сняли а-ля Соло, да? Ну, только не упомянули о Соло. Ну и слава богу. Главное, что матрица-то состоялась, и все знают о ней. Сейчас вы поймете, куда я клоню свою речь. В какое содержание и в какой смысл. То есть я практически отапливал улицу своими знаниями. Направо и налево раздавал удивительнейшие, уникальнейшие темы, и все строчили, и мистика в России поднялась, все такие стали бравадные, все такие умные, и, конечно же, забыли обо мне. Я часто вот в интернете, бывает, с кем-нибудь разговариваю, а мне начинают приводить в пример какие-то постулаты, которые я открыл еще 25 лет назад, а их уже десятые руки, как говорится, присвоили, и мне как откровение, да, навязывают. Ну, я улыбаюсь. А вы скажете, ну и что? Ну и толку? А кто тебя знает такого типа, да? Да все знают. Дело в том, что я умышленно отапливал улицу, даже еще наперед не зная, для чего я это делаю. И, сами понимаете, когда все люди заговорили на моем языке, не зная обо мне даже многие из них, то есть в мире заговорили на моем языке, это и художественный фильм прошел, миллионы людей видело его, да, «Сказка любви» 2010, и огромное количество, вот, фильм «Матрица» видели, и мои книжки, и знания, и темы, которые разворовали по всему миру, как говорится, поприсваивали. Ведь люди же их поняли, их взяли. Неважно, кто автор, автор я вообще-то, это понятно. Энергетический автор – это самое главное, а то, что тут кто-то присваивал, это уже он по карме ответит, это само собой разумеется. А потом он все равно на своем месте был. Они, все вот эти воры, так воры, да, плагиатчики, они сделали удивительную, классную вещь. Они распространили мою волю по всей земле. Ибо мои знания – это и есть моя воля. То есть все люди стали на Земле в подавляющем большинстве состоять из меня, из моих знаний. То есть они получили одержание от меня. И мне оставалось только думать, и стало все происходить так, как я думал. Я вот насчет потепления, это климата имею в виду. То есть получается, я отапливал улицу заранее, внедрял в сознание людей свою волю через темы,
уникальные, которые открывал, и их воровали плагиатчики, по всему миру разносили. И тогда мне проще было расставить уже из верхнего параллельного мира, там находясь, энергетические пирамиды и начать растапливать климат. А куда деваться-то человечеству, когда оно получило мою волю? Некуда деваться. В хорошем смысле слова. Это не значит, что я как бы давлю на людей. Ни в коем разе. Я веду людей. Веду в лучшую жизнь. В жизнь в 4 раза продолжительнее, интереснее, масштабнее и божественнее. Поэтому простите мне такую шалость, которую я, можно сказать, хитрость устроил на земле и распространил свои знания. А потом знания-то вам всем помогли. Это же здорово. Что здесь плохого-то? Ну, плохое только в одном, что плагиатчики поукрали все. Но придет время, придет суд, рассудим, расставим все на свои места. Ну, в любом случае, они все-таки сыграли хорошую роль тоже. Не только отрицательную. Да, алчные, да, наворовались. Ну, что поделаешь. Говорится, в семье не без уродов. Но их уродство помогло. Помогло уравновешивать климат на земле. Так что вот так я приходил к силе своей. И к тому, чтобы начать потепление на земле. Всеслав, вы автор всех названий и наименований в квантовом календаре. Я думаю, что практически каждый наш телезритель, который сейчас нас смотрит, у него возникает вопрос, как все-таки правильно нужно говорить. Ну вот, например, вчерашнего сит или же вчерашнего сита, прошлой пяти или прошлых пятей. Ну и по аналогии также верши, держи, тай, ла. Но я лично вот сторонник, чтобы все это называлось в среднем роде. То есть держи – это оно, да? Дальше. Верши – тоже оно. Дари – оно, потому что это состояние, это все состояние энергетические. Сит – оно и пяти – оно. Но это классика. Это классика. То есть желательно так представлять себе. Поэтому если вы говорите, допустим, много дари, ну не дариев же, понимаете, да? Вот. Хотя я вам скажу, что вот русский язык, он такой многогранный. Все-таки я думаю, что русский разговорный будет употреблять много дариев. То есть 2 дария, да? 3 дария, 3 месяца. Все равно люди будут говорить. И я считаю, что надо разрешить это. И пусть будет это так, как разговорное, а литературно писать дари. А литературно писать дари. Также и сит. Да? 2 сита будут говорить все равно разговорно. Пожалуйста, пускай говорят разговорно, но литературно сит. Также и держи. Да? 2 держи, 3 держи, 5 держи, 1 держи. Ну, здесь вообще-то как бы легко все держится. Да? А вот 5, 2 пяти, да? Оно, видите? 3 пяти, 7 пяти. И так далее, да? То есть тоже не меняется. Я думаю, что надо разрешить разговорный язык употребления понятий квантового календаря и литературный язык. Запретить русскому человеку говорить так, как он привык менять слова, ну, это просто кощунственно. Я думаю, что каждый человек свободен. Другое дело, что русский человек свободен. У нас язык многогранный, и слова меняются легко и всем понятно. Поэтому наше правило предусматривает это. А вот для иностранцев, там будет строго, сами понимаете, держи, дари, сит, пяти, все неизменно. Также чети, маси, масич, теси, семинь, все неизменно. Все будет неизменно.
А сейчас я хочу попросить Велиния, моего соученика, чтобы он показал весь календарь, как он выглядит, что и почему он располагал Велинию в этом календаре, и куда и как, и для чего, как говорится. И вообще пояснил календарь, как вот он его создавал, вид этого календаря. Пожалуйста, Велиний, тебе слово. Итак, я представляю вам наш квантовый календарь, и сейчас я покажу вам его детально. Сейчас вы видите титульную страницу нашего квантового календаря. Она посвящена первому держи. В каждом держи титульная страница, она, естественно, будет другая. Смотрим с вами дальше. Вторая страница календаря. Сверху вы видите символы флаги. Сейчас чуть дальше я более подробно скажу о них. Дальше мы видим название «Квантовый календарь. Календарь новой эры всемирного сознания». Первые держи. Слева и справа расположены флаги, а по центру символ держи. Снизу вы видите уже известные вам символы каждого дари, о которых Всеслав вам уже достаточно подробно рассказал. Третья страница нашего календаря. Значит, первый символ флаг планетарного божественного пространства. Далее идет у нас символ флаг новой эры всемирного сознания. И дальше также символ флаг планетарной кармы, пентакль, воля Всевышнего. Под знаками, под их описанием вы видите логотипы нашего телеканала NEVS TV. Мы приглашаем вас принимать активное участие в нашем телеканале, присылать ваши материалы. И после обработки они, естественно, могут быть опубликованы на нашем телеканале как передачи. Также вы здесь видите и сайт нашего телеканала NEVS TV. На нашем сайте вы сможете узнать информацию о новых передачах, ну и, естественно, другую полезную информацию, которая связана с нашим телеканалом NEVS TV. Под информацией, под логотипами телеканала NEVS TV, вы видите, мы разместили приглашение для организаций, которые заинтересованы в публикации и распространении квантового календаря. То есть, если у вас есть такое желание, возможности, и вы хотели бы публиковать и распространять квантовый календарь, вы можете обратиться к нам, Всеславу Соло, и после подписания договора мы вам в письменном виде предоставим эти права на осуществление такой деятельности. Также, если вы являетесь специалистом в сфере программирования или же представителем фирмы, которая занимается данной деятельностью, мы вас приглашаем для создания часов новой эры всемирного сознания. Вы видите, здесь телефоны Всеслава Соло и электронный адрес. Вы можете обратиться к нам, и опять же мы с вами можем подписать договор и сотрудничать и в этом направлении. Дальше вы видите статью «Как стать бессмертным. Живи 1 к 4». Далее, краткая расшифровка наименований квантового календаря новой эры всемирного сознания. Вот здесь, с этой стороны, вы видите непосредственно сами наименования, а здесь их расшифровка. Обратите ваше внимание на то, что практически во всех наименованиях квантового календаря стоят знаки ударения. Они сделаны для того, чтобы вам было удобно привыкать и правильно произносить все названия. Под краткой расшифровкой наименований квантового календаря вы видите указано авторство. Теперь непосредственно вы видите квантовый календарь. В этом углу наше крылатое выражение, нашего учения «Как думаешь, так и живешь». Дальше символы флаги. Сверху в шапочке календаря нашего расположены, а чуть ниже, опять же в шапочке, вы видите название «Сол-верши»,
непосредственно Яри Дари, символ Дари, первый Держи и первый Дари. То есть число каждого Дари в Держи будет отображено. Итак, здесь вы видите, что все сид 5, например, с вами смотрим на 1, 2, 3, 4 и 5 сид АУ5. Они расположены снизу вверх. Точно так же все сид расположены и в МАЛ5, и в других 5 ДАРИ. В двух словах я бы хотел вам объяснить, почему именно так, такое расположение, именно снизу вверх. Я думаю и предложил эту идею Всеславу, и Всеслав поддержал, что именно такое расположение всех сид в ДАРИ, оно является наиболее логическим и наиболее правильным. Итак, теперь, если вы посмотрите на весь сид, вы увидите, что в каждом ДАРИ весь сид – это 1, 6, 11, 16, 21, 26 сид. Равно как и сей сид, это у нас всегда будет 2 сид, 7, 12, 17, 22 и 27. Равно как и в АУ5 всегда будет 1, 2, 3, 4, 5 сид, в МАЛ5, например, 6, 7, 8, 9, 10 сид. То есть у нас сид всегда являются стабильными в каждом даре, и я думаю, что с опытом вам будет это все очень легко запоминаться и, естественно, легко применяться в каждом сид вашей жизни. Если вы помните, мы с вами говорили о том, что каждый сид, он состоит из 8 циклов, 4 циклов Тай и 4 циклов Ла. Например, с вами смотрим на 5 сид, и мы видим под ним название Атай, Бетай, Ветай, Гетай, Алла, Бела, Вела, Гела. Таким образом, вы видите, все 8 этих циклов здесь отображены. Под этими циклами вы видите числа, а вернее сказать, вы видите масси нижнего параллельного мира. Это будет 17, 18, 19, 20, 3 месяца 2000 года. И опять же, если правильно называть, в соответствии с нашими наименованиями, это будет 3 теси 2000 чети. То есть 17, 18, 19 и 20 масси. Давайте с вами попробуем определить для наглядности, чтобы вы всегда могли с легкостью определять, какой сейчас сид и какой конкретный цикл, и также пяти и сид в каждом пяти какой имеется в виду. Это будет или вейсид, или сейсид, или лейсид, или рейсид, или же жейсид. Смотрим с вами. Например, определяем, да, 16-е масси, мы с вами смотрим 5-го теси 2000-го чети, да? Значит, 16-е масси. Если, например, это светлое время, значит, у нас получается, сейчас был бы Атай, 20-го сид, мол, 5-й, жей сид, яри, дари, 1-го держи. Все понятно. Можем с вами взять еще один пример. Смотрим. Если это будет 25-е масси 6-го теси 2000-го чети. Если это светлое время, значит это Атай. Будет 30-го сид, стар 5-й, жей сид, яри дари, 1-го держи. Хочу обратить еще ваше внимание на то, что внизу каждого дари есть наши авторские права, и вы здесь видите ссылку на видео о этом квантовом календаре. Вы всегда можете перейти по этому адресу и скачать нужные вам держи, посмотреть еще раз это видео, для того, чтобы лучше ориентироваться в квантовом календаре. Смотрим с вами дальше. Мы видим Дарира, но теперь вы можете наблюдать, что у нас еще добавилось сид 5. Это 31, 32, 33, 34 и 35 сид.
я бы хотел обратить ваше внимание на то, что раз в 4 держи, после 35-го сид в даре Ра, у нас будет праздник Великий Веду Сид. Смотрим с вами дальше. Здесь мы видим, например, Дари Аму. И здесь уже будет не Сол Верши, а Дем Верши. Точно так же вы здесь можете наблюдать символ Аму Дари и цифра 4. То есть это будет 4-й Дари в Держи. Ну, по аналогии у нас таким же образом все сид расположены и в других Дари. Поэтому я вам еще показываю крайнюю страницу нашего календаря. Здесь вы видите сверху наши авторские права закреплены. И ссылочка опять же на видео о квантовом календаре. Чуть ниже вы видите наши контакты, телефоны, электронные адреса, сайты наши, Skype. И у Всеслава Сола еще указан и ICQ. Вы всегда можете к нам обратиться, если у вас есть какие-то предложения по сотрудничеству или же вопросы. То есть обращайтесь, и мы с вами будем общаться. Я думаю, что у многих из вас, естественно, будет возникать такой вопрос, как же определить, сколько вам держи. Давайте с вами посмотрим на несколько примеров, и я постараюсь вам объяснить, как правильно высчитывать. И я думаю, при определенном опыте вы без проблем сможете самостоятельно определять, в каком сид, в каком держи, в каком даре у вас какие-то значимые события в вашей жизни, и вы сможете всегда их в нужное время праздновать. Допустим, вы родились днем 14 сентября 1984 года. В соответствии с наименованиями нашего квантового календаря, это будет 14 Маси 9 Тесси 1984 Чети. Если мы станем прибавлять по 4 Чети, у нас получится, что вы родились в 4-м Держи до новой эры. Смотрим в квантовый календарь, в 1-й Держи какой был сид, когда в нижнем параллельном мире было 14 сентября 2000 года. И мы видим, что это Дари Ра, 20-й сид, Жей сид, Мол 5-й, Ветай. Таким образом, вы родились в 4-м Держи до новой эры в Дари Ра, 20-го сид, Ветай. Если вы захотите определить, сколько вам держи на сегодняшний день, допустим, вы считаете, что сегодня 30.12.2014 года, и вы к 1984 чете станете прибавлять по 4, вы увидите, что вам 7 держи. А если вы захотите узнать, когда вам праздновать день рождения, это получается в 5-м держи в Даре Ра, 20-й сид в Этай, вам исполняется 8 держи, что соответствует в нижнем чете 14-му Маси, 9-му Тесси, 2016-му чете. Наша передача подошла к концу. Я понимаю, что уже вот-вот начнется Новый год. И хочу поздравить всех наших телезрителей нашего телевизионного канала Nets TV с наступающим новым Чети 2015. А сейчас в верхнем параллельном мире идет у нас месяц Гор, ну где-то середина его прошла уже, месяц Гор, это у нас получается девятый месяц года,
девятый месяц Держи. То есть девятый Дари. Дари гор идет в верхнем параллельном мире. Поэтому там праздников пока еще нет в верхнем параллельном мире. Раз только в 4 года будет Новый год. Ну что ж, я рад, что могу поздравить вас, Всеслав, и вас, уважаемые наши телезрители, с новым Чети. Я желаю, чтобы в этом новом Чети вы открыли для себя еще больше новые возможности жизни в новой эре всемирного сознания. Чтобы вы входили в это состояние. И чтобы вы постепенно меняли свою жизнь к лучшему. И пусть наш квантовый календарь станет для вас верным помощником и другом в этом новом и удивительном пути. Кстати, а завтра у нас будет 15-й сид, какого Дари, я думаю, вы уже знаете, но я вам еще раз напомню, это будет Дари Гор. Привыкайте. Мира и добра. И постарайтесь, выпивая бокалы своего шампанского в новогоднюю ночь, вспомнить о нашей передаче и мысленно уже присоединиться к новой эре всемирного сознания и начать жить 1 к 4. Вы имеете на это право жить не 100 лет, а 400 лет. Да будет так. Ну и для наших телезрителей еще есть, не забывайте, такая возможность, как подписываться на наш канал на YouTube, чтобы первыми узнавать о выходе новых передач. Ну и, естественно, вы можете подписываться на мой блог на моем сайте всеслав-соло.ру. Тоже можете записываться. Мира и добра вам! Счастья в новогоднюю ночь! Да здравствует новая эра всемирного сознания и наш квантовый календарь!